Дженсен, что такое? Ты что тут делаешь? Миллер меня послал тебя искать. Думал, ты на неприятности нарвался. Он так и сказал? Прямо дословно? Потому что я не виноват. Что случилось? Я тут работал, всем заправлял, и раз, меня обвиняют в попытке порчи улик. Меня! Ты можешь поверить? Я бы такого никогда не сделал, Адам, никогда! Это наше место преступления. Да, но ты им попробуй объясни. Они за пушками полезли, так что я решил уйти, пока цел. Меня обвиняют в порче улик. Да они сами, небось, сейчас портят все улики. Знаешь, я сначала подумал, что это из-за Сони. Сони? Какой Сони? Да, просто девушка, я ее английскому учу. Муж у нее, оказывается, собственник. Ну, ты понимаешь. Смайли. Да, точно, отвлекся. В общем, я там, кажется, что-то нашел. Очень важно. Что-то, что может раскрыть все дело. Мне надо просто взглянуть на снимок места взрыва. Так что даже хорошо, что ты здесь. Ты же можешь в своем Дженсен-стиле туда пробраться и достать мне, что нужно. Что мне надо найти? Это место взрыва. Там везде обломки и много полицейских. Когда пройдешь через турникеты офиса охраны, увидишь турагентство, где у них снимок, если они не увидят тебя. Сколько там полицейских? Не знаю. Несколько. Они все с пушками были, так что я уж не стал пересчитывать. Как минимум один в силовом костюме. И мне кажется, что они сначала стреляют, а вопросы задают потом. И что должно быть на этом снимке? Это улика, Дженсен. Трехмерный снимок места взрыва масс-спектрометром. И? И если бы я пробыл там еще хоть минуту, я смог бы его забрать и во всем разобраться. Тот факт, что они не хотят меня пускать к снимку, лишь разжигает любопытство. Снимок явно важен. Нам нужна эта улика. Да, именно. Правильно говоришь. Но ты не сможешь туда просто зайти и попросить ее. Ты ведь из Интерпола и, ну, с аугментациями. А они после вчерашней атаки не особенно любят. И где мне его искать? Криминалисты обосновались в турагентстве. Точнее, там, где раньше было турагентство. Иди туда, забери носитель со снимком и выходи. Вот и все. Это дело не быстрое, Смайли. Понял. Я мешать тебе не буду. Вернусь обратно в штаб. Удачи. И не говори об этом Миллеру, ладно? Ага. Можно возвращаться. Все равно нам здесь не пройти. Что? Гражданским вход воспрещен. Я работаю в опергруппе 29. Подумал, что мне стоит тут осмотреться. Неправильно подумал. Это местное расследование. Вам, опергрупповским, свой хрен сюда совать не нужно. Хорошо, забудем. Всего. Советую остановиться здесь. Он пришел сюда? Мне казалось, он надолго полез. Не представляю, каково это. Зафиксировано, Адам. Доступ разрешен. Честно.
закончили предварительный структурный анализ. Все хорошо. Нет, переживать не о чем. Что-то еще? Так, хорошо. Возвращайтесь на места. Будьте внимательны. Старайтесь не мешать. У криминалистов и так работа непростая. Не думаю, что кто-то вас урвано, что разведчики просто так его не выгнали. Они бы его вывели. В чем дело, Капецкий? Ни в чем, сэр. Удивляюсь, что за гадская железка я тут устроила. Так я и понял. А теперь следи, чтобы она не вернулась посмотреть результаты. Держи язык за зубами и займись уже работой. Хочешь, чтобы нас обоих убили? Смайли, снимок у меня. Да, фантастика! Неси его в мой кабинет, проверим, прав ли я. Понял. Засраный аук на вагону про натурали!
Chcete snad vyvolat paniku? Ukažte mi papíry. Dělejte, nebo vás seberu. У меня мало времени. Можно как-то побыстрее? Vemte si je a vypadněte. Až příště pojedete metrem, použijte vagon pro Augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Какого черта ты натворил, Дженсен? Полиции говорят, что на станции на них напал еще один аугментированный террорист. Они мешали сбору улик. Зашибись. А теперь иди к психологу. Это приказ. Озен ждет тебя в своем кабинете. Понял вас. Все равно мне надо будет смотреть. И давай быстрее. Чан нашел новую зацепку в деле. Съемка с разведкамеры указывает на КПА. Будешь проникать в город Големов. Много народу. На следующей неделе буду на костюм давать. Любой, кто так вот... Важнее спать нечем, добрый. Не надо было даже из кровати вылезать. Адам, я расшифровала звук с чипа стукача. Это просто золотая жила. Ты должен это услышать. У меня сейчас полно дел. Скажи, где ты находишься, и я зайду, когда смогу. В районе Давны есть старая клиника Протез. Она закрыта, туда никто не ходит. Жду тебя там. Делараза, я признательна тебе за то, что ты пришел поговорить со мной, и я понимаю, что сегодня тебя об этом все подряд спрашивают, но все же, ты в порядке? Я видела съемку со станции, но лично там быть. Так вот в чем все дело. Нет, это было сочувствие. Это стандартное собеседование с агентом, чтобы определить боевую готовность. Вот, взяла для тебя из медпункта. Нейропозин? Доктор, меня просто застал врасплох теракт. Может, что и было тогда не так, но вряд ли теперь тело начнет отторгать аугментация. Верно, но травматические переживания могут расшатать иммунную систему. У пациентов с нейропротезами... Если я скажу, что мое тело не отторгает механические импланты, ты поверишь? Нет. Моя политика в кабинете говорит только на чистоту. Так что, если хочешь, чтобы я поверила, что ты медицинское чудо, ладно. Садись, пожалуйста. Я просматривала твое дело. Там есть весьма интересные факты. Не возражаешь, если мы по ним пройдемся? А это надолго? Здесь написано, что ты служил в спецназе полиции Детройта, но в 26-м ушел в отдел охраны Шариф Индастрис. Дэвид Шариф был в самом центре американских дебатов об аугментации. Дэвид Шариф любил противоречия. А, да, я видела несколько его интервью. Он твердо верил в технологии улучшения человечества. Интересно, не поменял ли инцидент его мнение? В тот день, насколько я знаю, нет. Ты был с ним в Панхее, когда случился инцидент? Я не помню. Меня вытащили из океана, но потом целый год прошел, как в тумане. Воспоминания еще могут вернуться. Если это случится, моя дверь всегда открыта. Вдруг ты захочешь что-то обсудить? Не захочу, но спасибо. Ты чудом остался в живых. Хотя я не уверена, что мир, в который ты вернулся, дал тебе повод этому радоваться. Ты стал врагом. И отсюда вытекает мой следующий вопрос. Пока что никто не взял ответственность за теракт на Ружечке. Но скоро будет голосование за восстановление человечества и... Не секрет, что Прага стала символом дискриминации аугментированных. И тут же действует коалиция за права аугментированных, сопротивляясь принятию акта. Большая часть мира видит в них террористов, аугментированных террористов. Если их вина будет доказана, то ты же сам аугментированный. И что я должен чувствовать? Не важно, что я об этом думаю, док.
Мне поставлена задача. Я должен остановить кровопролитие. Именно это я и сделаю. Надеюсь, что сможешь. Слушай, Адам, я понимаю, что такие разговоры тот еще главник. Я очень тебе признательна за уделенное время. Спасибо. Хочешь сказать, у меня был выбор? Не было, но я все равно благодарна. Я сообщу директору, что официально допускаю тебя до оперативной работы. Ну что ж, мне пора возвращаться к работе. До встречи. Ну, как дела? Снимок у тебя? Да, прямо здесь. Ты мой спаситель, Адам. Серьезно. Миллер и так ушел в плохом настроении. Не хочу снова давать ему повод выносить мне мозг. Миллер ушел? А куда? Я не спрашивал, да и вряд ли бы он сказал. Как там уроды из полиции? Заставили побегать? Они же сначала стреляют. Пришлось разобраться. А, вот как. Ну, сами напросились. И что там на снимке? Это мне неизвестно. Что? Ты же сказал, что нашел очень важное. Я не сказал, что знаю, что там есть, Адам. Я сказал, что это может раскрыть все дело. Не знаю, как ты, а я не ведусь на речи «виновата КПА». Я верю в то, что говорят мне улики. На носителе есть все наши ответы. От химического состава взрывчатки до материала одежды жертв. Я в этом уверен. И когда уже мы все сможем быть уверены? О, там часами надо данные рыть. И потом еще у меня встреча с Соней. Надо извиниться за неудобство с полицией. Плюс я и с другими делами работаю, Адам. Я сообщу тебе, если... когда что-то найду. Уж пожалуйста. Даже не парься. Очень жаль. Знаешь, кто подозрительно тихо ведет себя в последние дни? Коллектив. Прошлой ночью коллектив опубликовал налоговые декларации 50 богатейших людей Швейцарии. Очень интересная штука. Агент Дженсен? Я только что прочел отчет. В Дубае неудачно вышло, конечно. Черт, вот бы знать, что это были за парни в золотых масках. Как разберусь, все будет на доске. На самом деле восхищаетесь коллективом. Очень странно. Отказываются замечать журналисты. Так это вред, наносимый этими борцами за справедливость. В прошлом году коллективное движение не нарушил работу светофора. Думал, хотя один... Сначала дубайская миссия, теперь еще и взрывы на станции. Ну и не те. Голосов и выборов в качестве президента. Могу я чем-то помочь, агент? Говорят, ты ищешь наемников в золотых масках, которые напали на нас в Дубае. Уже есть что-то? Господи, Дженсен, знаю, что я крутой, но ведь делом занимаюсь всего 5 минут. За 5 минут может многое случиться, Макрити. Что судмедэксперт говорит? Удалось что-то узнать по найденным телам? Останки лежат в холодильнике оманского филиала. Мне сказали, их кто-то отскреб, как пол в казарме. Ни отпечатков пальцев, ни зубной карты, ничего. Другими словами, 0 шагов вперед, 2 шага назад. И что, просто охуенно бесит? Походу, мы потеряли отличного агента. Нашей задачей было уберечь Синха, а мы облажались. Думаю, мы оба заслужили хорошую оплеуху. С этим не спорю. Хорошо. Хотя бы в чем-то сошлись. Ну, теперь и тебе, и мне надо вернуться к работе. Ага. Только скажи, как ты думаешь, почему тела из Дубая переправили в Оман? Да хуй знает. Говорят, в Омане бесились из-за того, что нам первыми дали допуск к этому делу. Не могу их винить. Тебе не кажется странным, что нас выбрали вместо них?
Я уже давно не пытаюсь разобраться в логике начальства. Лично мне сказали, что из всех команд мы единственные были наготове. Да, мне тоже так объяснили. Значит, ты знаешь то же, что и я? Это все? Как получилось, что у тебя такой жизнерадостный характер, Макриди? Даже если узнаешь обо мне побольше, ты моим другом автоматически не станешь, Дженсен. Впрочем, ладно. Сразу после школы я поступил в армию. К 25 годам зачислен в спецназ. Через 4 года принят в СРП. Специальный разведывательный полк. Элитное подразделение. Да, все по первому разряду. Шампанское и глубокий минет. Ну и что дальше? 12 лет подряд ловил немытых террористов по всем пустыням. А потом понял, что края нет тому дерьму, которое мир высирает. В общем, я перестал понимать, зачем вообще нужно то, чем занимается наше подразделение. Подал в отставку. И что же вернуло тебя к жизни? Наверное, цель. Инструмент без работы только ржаветь может. Ну вот я снова тут. Служу своей цели. И ты, друг, будучи таким же инструментом, должен это понимать. Да, еще увидимся, Макрити. Думал, хоть один из них где-нибудь всплывет. Ненавижу. Честное слово. Они просто призраки. Трудно, наверное, будет забраться в поставку. Я хочу найти некоторые серьезные проблемы. Спасибо, что позаботился об этих долбанутых, Дженсен. Слушай, вот просто если представить, что кто-то знает, где мы, я должен разобраться с этим Янусом, но не могу сосредоточиться, потому что постоянно оглядываюсь. Жду, что сейчас еще бомба взорвется. Есть что новое по Янусу? А что? Ты что-то слышал? Не дергайся, просто спрашиваю. Янус ко мне уже в мысли влез. Я просыпаюсь и не могу понять, кто кого выслеживает. Иногда мне кажется, что уже почти поймал его, но нет. Правда, начинаю кое-что понимать. И что же это? Чем меньше я говорю об успехах, тем этих успехов больше. Кстати, как именно ты сюда попал? Миллер вытащил меня из тюрьмы, чтобы я собрал для него отдел кибербезопасности. Неплохая получилась сделка. Точно. Только одни непробиваемые стены просто сменились на другие. В тюрьме я хотя бы никому ничего не должен был. А здесь я не знаю. Тут мне постоянно напоминают, что я обязан быть благодарен за то и за это. Они тебя наняли, потому что знали, что ты не будешь задавать вопросов? Нет, нет! Может быть. Слушай, я задаю вопросы и немало. Просто не всегда вслух. Тебя завербовали именно для того, чтобы выследить Януса. Приходилось с ним иметь дело? Меня их идеалы не привлекают. Чан играет только за Чана. Но иногда мы движемся параллельным курсом, как корабли. Правда, недолго. Коллектив на самом деле так опасен, как говорят. Люди часто принимают их активистов за благородных революционеров. А ты так не считаешь? Они анонимны, сильны и убеждены, что могут судить, что правильно, а что нет. На мой взгляд, это делает их очень опасными. Постарайся поспать, Чан. Тебе это пойдет на пользу. Где-то в городской канализации есть гангстерское казино. Теперь меня ничем не удивишь. Я прогоню через пару фильтров. Привет, Андрей.
Тебя где-то на КПП, что ли, задержали? Я жду тебя в клинике. Извини, Алекс, спешу изо всех сил. Надеюсь, ты не забыл, что для нас самое важное. Извини, это место навевает воспоминания. Не задерживайся. Мне не нужны неприятности. Да не будет у нас следующего раза. Přímo tady ve městě. Slušej, podměníš mě razok na следующей неделе? Nemůžem to probrat později. Nikoho. Ublůdek. Они бы нас разорвали. Поняла вас. Выхожу. С русскими, я бы уже людей за парковку штрафовал. Привет. Хорошо, что ты добрался. Были проблемы? Да, Миллер дает мне свободу, но немного. Я пережил теракт. Мы оба. Господи, я иногда так ненавижу Прагу. И еще недавно город из кожи вон лез, чтобы ауги переезжали сюда. Эту клинику построили, потому что в нас видели будущее. А теперь что? Времена меняются, Алекс. Я-то уж знаю. Даже шрамы могу показать. Алекс, мы работаем вместе уже несколько месяцев, но я почти ничего о тебе не знаю. Хочешь выудить мои тайны? Только самое интересное. Как ты попала в коллектив Джаггернаут? Они меня здорово выручили, еще до инцидента. Я тогда работала на Белтауэр, развозила всяких шишек по Панаме. И как-то раз наткнулась на нечто такое, что эти шишки хотели бы скрыть. Они приказали Белтауэр меня убить. Янус предупредил тебя. Спас. Друг Януса. Он тоже в коллективе и тоже раньше работал на Белтауэр. Переходить дорогу этим людям опасно, Адам. Особенно в одиночку. Поверь мне. Ты ценная сотрудница, Алекс. Коллектив мог направить тебя куда угодно. Почему ты здесь? Странный вопрос. Этот город еще с инцидента охвачен паранойей и расизмом. Весь мир наблюдает за Прагой, как она разрешит свою проблему с аугами. Не знал, что в коллективе все за аугов. Не все. Но мы знаем, что наши враги любят хаос. А стоит потянуть за правильную веревочку, и хаоса в Праге будет предостаточно. Говоришь, мы что-то записали? Да, слушай. Неплохо было бы предупредить заранее. Послать твой отряд в Дубай решил я, но дальше мы действуем по правилам. Наша цель КПА. Хотите, чтобы я повесил все на них? Взрывы в Праге, грабеж в Версалайв и Дубай тоже. Официально во всех 5 атаках участвовали аугментированные террористы. Это ясно? Да, сэр. Но чтобы это доказать, мне нужны отчеты, потому что КПА не действует в Северной Америке. Они подставляют КПА, Адам. Они тебя отправили в засаду в Дубай, а теперь пытаются все свалить на них. Так и знала, что Миллер сволочь. Согласен, дело явно плохо. Он забрал меня из Дубая, назначил на теракт на станции. Я думаю, хочет отправить меня в город големов. Комплекс Утулек? Тебе там не понравится. Санта Групп построили его как место временного проживания рабочих, но теперь... Теперь туда согнали всех нелицензированных аугов Чешской Республики. Там КПА и устроили свой штаб. Черт, что это они задумали? Надо разыграть все по-умному, Алекс. Подумай о том, что мы слышали. Что там было про Версалайф?
Ты про взлом, которого не было? Да, я им занялась сразу, как только закончила расшифровку. Что ты нашла? Я же говорила, взлом, которого не было. Версалайф – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Они единственные, кто еще производит нейропозин. О взломе обязательно сообщили бы в новостях. А почему же они говорят, что был? Версалайф не просто производит нейропозин. У них огромный исследовательский отдел. Да? И что? При чем тут КПА? Зачем сваливать на них взлом? Если они хотят сделать из них террористов, то вопрос в том, что именно они якобы украли. Посмотри, что может раскопать коллектив. Если это и правда заговор, взлом будет ниточкой, за которую можно потянуть. Что ты собираешься делать? Мне надо закончить свое исследование, выяснить, кто на самом деле взорвал станцию. Я сообщу, если что узнаю. Я тоже. Удачи, Адам. Миллер. Мы все летим в город Големов. Летите. Встретимся в магазине кукол Капецкого. Пилот на подлете. Там и переговорим. Понял тебя. Ну, конечно. Что-что-что? Стрелы. Целое отделение скоррумповано. Лучше помолчали бы. Давно-давно, около года, даже больше. Племянниц починали из куклы, которые тут продавали. Те, что на первом месте, не похожи. Я их хотела бы... Сломанные ими беспилотники атаковали Петербург. В США миллионы рабочих потеряли работу.